у нас тут за зверинец? Ты должна быть аметист. Ты у нас гранат. Жемчуг розового алмаза. Она взяла тебя с собой. Разве это не мило? Не может быть. О, еще как может, как видишь. Я изменила стиль. И раздобыла игрушки, которые способны разрушить вашу сказочную жизнь. Раз и навсегда! Постой, это какое-то недоразумение. Может, ты не знаешь, в галактике царит мир? Да-да-да, я знаю. Я слышала твое послание ко Вселенной. Много раз! Обожаю ту часть, где розовый алмаз провела остаток жизни на этой никчемной планетке с кучкой жалких ничтожеств. О похождениях ваших слышала я и раз, и давно мечтала я лично встретить вас. Должны за все ответить вы прямо здесь и сейчас. Раз уж лично нам повстречаться выпал шанс. Как время проводить вы вместе с ней? В какие игры вы любили играть? Тебе нашла она новых друзей. И расплаты за это сегодня вам не избежать. О похождениях ваших слышала я много. Наконец-то встретить вас не выпал шанс. Она просто играет с нами. Я не в форме. Дай перевести дух. Это действительно она. Я просто не могу поверить. Ты знаешь ее, жемчуг? Скажи же, кто она такая? Кто же я? Кто же я? Вам не домёк, конечно. Я участница игры, где вы не больше, чем пешки. Я проиграла, но меня сегодня ждет славный реванш, раз, два, три, марш. Мы начинаем мой ход. Слышала я и раз, и давно мечтала я уничтожить вас. Вам заплатить придется мне за обиды сейчас. Раз уж посчитаться за все мне выпал.